Подготовить аккуратную ямку, бережно поставить в нее куст, присыпать землей. Рабочие заботливо относятся к каждому из 100 саженцев шиповника. Мастер говорит, что в сквере самарских космонавтов им тесно не будет. Они сажаются 3 штуки на квадратный метр. Так что из расчета как раз вот площадь замерили здесь, посчитали, получилось у нас как раз. После высадки кустарников один из важнейших элементов работы – это досыпка земли. Это делается для того, чтобы у корней не было доступа к воздуху. Тогда шиповник вырастет красивым и объемным. Роза ругоза – сорт, который сажают осенью. За зиму растение лучше укоренится в земле, а в конце мая-начале июня распустившиеся кусты шиповника своим видом будут радовать горожан. Часто бываем, да, мы здесь постоянно ходим, живем рядом. Очень приятно, чисто и чище стало, и поэтому это нужно и все дело. Когда высаживают деревья. Всего в городе в этом году высадят 4100 кустарников. Сейчас более 80% саженцев уже растут в парках и скверах. Когда установится холодная погода, ландшафтники приступят к высадке крупномерных деревьев. А вот осенняя высадка тюльпанов проведена в полном объеме. Площадь цветников в Самаре вырастет в 2 раза. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.